мистер Малина. Привет, Майк. А, да. Мисс Свон. Здравствуйте. Пропуск, спасибо. Добро пожаловать. Ваш учебник. Так. И прошу, проходите, занимайте место. Осталось последнее. Включайтесь в учебу. Итак, ребята, сегодня мы понаблюдаем за поведением планарий, то есть плоских червей. Для начала мы разрежем червей пополам и изучим процесс регенерации. Отключите сотовые. Ребята, начнем лабораторию. Приготовьте все необходимое. Аккуратненько. Нельзя резать наобум. Только здесь и здесь.